Идем прокалывать ушки. Не боишься? Нет, такая счастливая, довольная. Ты сколько заказала? Много. Ученица будет думать, что это просто ручка с такой картинкой, а вот с этой стороны будет шпаргалка. Всем привет! Привет! Маргарита отправила в магазин за хлебушком и за яйцами. И за молоком! А, у нас хлеб есть. Да, хлеб не надо, надо яйца и молоко. А кто здесь на велике гоняет? А? Макс? Мам. Максим. Что? Почему Карина так на ногу? Не знаю. Она вчера переодевалась. Карина, это не твоя кофта? Я она кофта. Вчера моя. Нет, это не одежду. Твоя. Да, это ее. А нет. Деловая колбаса. Велик. Велик убирай отсюда. Нет. Велик, на велике нельзя дома кататься, надо на улице. Сегодня солнышко такое, чудесный день вообще, прям аж настроение. Так, будем завтракать. На, убирай слайм. Я тоже. Угу. Давай, на, убирай. Так, это папина. Хлопья? Опять хлопья? Может, чай? Хлопья! Ты что будешь? Чай с... Чай с хлопьями, да? Чай с бутербродом, да. Да? Ты? Я хочу лёпья. Хлопья. Хлопья? Я хочу лёпья. Ты тоже хочу лёпья? Что ты делаешь? Маргош, постель заправляй. Хорошо. Пожалуйста. Осторожно. С двоюродной сестричкой пойдем прокалывать ушки. Куда вы пойдете? Там в ну туда, Вальди. Нет, Вальди. Ну вот, шапка. Да, да. Вальди. Нет, все не могут пойти, потому что это аптека, это и там Вальди. Не пустят. Там, где они будут ушки прокалывать, там помещение маленькое. Куда там все зайдут? Ты знаешь то, что вышла новая серия? Вот, на. На! Правда новая серия? Новая серия, смотри. О, круто, буду смотреть. Спасибо, Дисайдбэнд. СМС-СМС. Комментариев именно с таким числом было очень. Ты сколько писала? 8? Да. 8 писала? Да. Да, я 8 писала. Мы рандомно выбрали счастливчика, имя которого сейчас, кстати, появится на экране. А, я не выиграла. Может, в следующий раз выиграешь? Вот сейчас смотри. Угу. Внимательно смотри. Ребят, вы тоже уже участвуете в конкурсе? Я, да. Да, конечно. Я вижу, что ты... Как выйдет новая серия, так все. Она сидит на кровати и смотрит, наверное, раз 5. Честно, раз 5 смотрит. Так интересно. Я вот, честно, если честно, ни одной серии еще пока не посмотрела. Ну, у меня времени нет. Девчонки-то сели, посмотрели, а я не могу. Это... ты даже знаешь, как их зовут всех? Не всех. Не всех? Не всех еще запомнила? А кто тебе больше нравится? Алена и Арти. Угу. Они пара? Да. Думаю. Ладно, я пойду кушать, готовить, а ты смотри, потом расскажешь. Девочки, сейчас кушать будем, пойдемте. Нет, а я досмотрю. Ну, у меня уже все готово. Сколько тебе осталось? Сколько тебе осталось? Уже больше половины посмотрела? Ну, да. Окей. А у нас чья девушка? Арти. Ага. Она за ним пришла, что ли? Все, конец? Нет! Нет, еще нет. Ты чего кричишь? Он вот здесь, что ли? Да. Так это секта какая-то? Да. Почему у нас комментарии закрыты? Где здесь? На влоговом? Я не знаю, я на самом деле думала, что у нас на влоговом будут открыты комментарии, потому что все-таки как-то это семейный канал, да? Но нет, все равно закрыли комментарии.
на двух каналах и там закрыли комментарии, потому что на всех детских каналах, там, где есть дети, то комментарии закрыты. Почему? Не знаю. Вот так вот YouTube решил, чтобы не писали там всякое плохое. Мне очень жалко Арти, потому что он попал в какое-то плохое место. И, да. Там, по-моему, какая-то секта, если я не ошибаюсь, потому что странное как-то поведение. Это такое загипнотизированное, да? Какая-то какой-то гипноз какой-то там. Кстати, Маргарита первый раз вообще смотрит какой-либо сериал на русском языке. Раньше она смотрела только на немецком. Потом я буду смотреть еще раз и буду искать правильный ответ. Ты все-таки пытаешься... Выиграть. Выиграть? А если ты выиграешь, как я тебя туда отправлю? С кем? Ты подумала об этом? Представь себе, если ты выиграешь, что ты будешь делать? С тобой поеду туда. Ну, конечно. Ну ладно, давайте, пойдемте кушать. Елю. А потом сидит и старые серии пересматривает. Да? Ну ладно, да. Пойдем. В общем, ребят, ссылочка будет в описании на серии сериалити. А мы идем кушать. Ребят, не поверите, но у нас... Очередная тяжелая утрога. Посылка. Там брелки и ручки. Тебе помочь? Да, ребятки, это пришли ручки. А, еще вот эти сумочки. Да. Ну это как, знаешь, это кошелечки для монеток. Как брелок. Получается, можно его прицепить на рюкзачок. А это брелочки. Круто. И ручки. Привет. Они сильно маленькие, чтобы играть. Чтобы нет. Жарко не было. А, я такую школу возьму. Куда? Когда на уроках жарко, будешь сидеть, мотать. Это синяя ручка. Здесь еще единорожки. А вот еще. А, да? Ты сколько заказала? Много. Нет. Да, столько осторожно, чтобы они не перепутались. Он молодец. Угу. А, еще вот такие, смотри. Как стаканчик. Вот это понятно. Вот такие вот ручечки. Да. Единорожка. Это для ключей? Да. Это да, можно для ключей, можно на рюкзак. Да. И он звенит. Ну, кошелечки тоже очень миленькие, смотри, какие. Для монеточек. Мы ничего не будем продавать, так что вам. А вам это немного? Нет. Они такие милые, что мне аж в школу захотелось идти, честно. Иди в школу ко мне. Смотри, а сердечки. Это сердечки. Единорожки. А там фламинго даже есть. Фламинго. И лапки. И зайки, и мишки для пенала. Смотри, как пенал. Видишь, мишки. Я не готова. Гамбургер, мишка. Все, давай убирать будем. Потом вечером папа придет, будем разбирать. Да, я-ка посмотрю вот это вот. Она мягкая, резиновая. Я думаю, что это стирачка. Нет, навряд ли. Зачем стирачка на ручке? Есть такие ручки. Не открывай только, потому что там закрыто. Есть такие ручки, которые сзади. А, ну да, но это не это. Нет. Идем прокалывать ушки. Не боишься? Нет, такая счастливая, довольная. Оп. Идем, идем. Сегодня солнышко. Наконец-то тепло. Да, беззубая. Светишь дырочкой. Вчера только в курточках ходили, сегодня хоть в футболках можно уже. Прям душа радуется, когда солнышко светит. Да, Каролина? Сейчас мы придем в аптеку. У нас там есть аптека и прокалывают ушки. Если еще нам проколят, потому что говорят, что должно быть два человека, чтобы прокалывали два ушка одновременно. Мы нарисовали наши точки. La mile va al dentista, no llora. Si el dentista es lo peor que hay. Mm-hmm.
свои айс. Съезжаем за то. Super. Du, das Problem ist, bei so Kindern, in 4-6 Stunden ist es zu. Все? Никто не плачет, ничего не болит. Молодцы, девочки. Что ты делаешь? С кем ты тут болтаешь? Ну-ка, рассказывай, показывай. Что интересного она тебе рассказывает? Ничего. Ничего? Скоро в школу, да? Не помню. Я вижу, ты прям рвешься в школу, прям так хочешь. Нет. Да. У нас сегодня еще пришло несколько заказов. И, кстати, заказ есть один из Швейцарии. С Швейцарии заказали. Еще заказали с нашей родины, с нашего города, из Бишкека. Я удивилась даже. С Бишкека заказали слаймик один. Так что нам нужно оформлять заказики и на этой неделе отправить, чтобы они быстрее дошли к нашим покупателям. Другая осталась с сережками, прям уж непривычно смотреть. Ну ты вообще молодец, честно. Я вообще аж... Что она даже не дернулась, не всплакнула, даже у нее глаза на мокром месте не были. Больше я дернулась, честно, чем она. Что теперь нам нужно каждый день капать нашу... Да, там жидкость нам дали. Да. Специальную. И прокручивать сережки. А потом мы можем поменять. Да. Через 6 недель нам сказали, можно поменять сережки. Да? Маргарита себе взяла ручку. Все нравятся? Набери все. Пенал не вместится. Да, вместится. Но мне не очень... Маргарита себе вот это взяла. Такого единорожку. В школу я не в школу? Да, в школу себе. Ну, вот ты какой пенал взяла? Зайку или мишку? Зайку. Ну, значит, возьми вот эту ручку в зайку. Мне вот эти. Это же зайка. Мне вот это нравится, вот это нравится, вот это нравится. Вот это нравится, вот это нравится, вот это нравится, вот это нравится, вот это все. Как это, смотрите, сказала сегодня наша, да, наша тетя, нет, наша тетя сегодня пришла, сказала, говорит, хорошо, вот эта ручка для шпаргалок. Вот здесь вот пишешь шпаргалку, да. Пишешь или наклеишь на бумажечке шпаргалку, потом вот так вот сядешь в школе. Учительница же все равно впереди сидит, а ты сядешь и вот так вот будешь писать. Учительница будет думать, что это просто ручка с такой картинкой, а вот с этой стороны будет шпаргалка. И вы будете вот так вот писать и смотреть на шпаргалку. И как будто бы ничего не происходит. Девчонки. Алло. Спать. Да, все, спать. Что там еще есть? Думаю, скоро все. А что у тебя там сразу два тюбика стоят? Тебе зачем два? Значит, выбросить нам. Тебе вечно холодно ночью. Мерзлячка какая-то. Ты прям вот тебе прям укутать надо. Вот так все. Укутайся, все, спи. Давай. Все, спите. Все, пока, ребятки.